Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня с вами снова я, Демастер, так что еще Аид. А да, всем привет, ребята, с вами Аид. И Тарасер. Эй, ребят, всем привет. Да, мы вот такой вот нашей небольшой такой братьей решили сыграть в столбы. Да, что ребят, это Слава всем... так смеется, интересно. Да, ребят, всем привет. Что ж, я вспомнил. Что? Тарасер, знаешь, на последнем дыхании такой, да, ребят, всем привет. Вы меня просто, наверное, тогда слишком сильно утомили. Удушили. Да. Наверное. Своими шуточками. Вот у нас есть Кретор, создатель. Как вы думаете, эту карту делал точно русский чувак? Потому что он такой, Кретор написал. Кретор. О, а может быть. Это Мастер! Теперь мы увидели, как выглядит Аид без своей курточки, рубашечки и штанов. Братан. Вообще-то у меня под такой вот, под моим костюмом еще один такой же костюм, а затем еще один. Если я их буду снимать, ничего не изменится. Тирасер, смотри, Тирасер, мы увидели, как выглядит Тирасер без своего костюма, а? Вон оно что, да. Это вообще только что я сказал, так что ты воспользовался моей же фразой. Ах ты, кальмар, что задумал, это а? Посмотрите. Блок алмаза, геймод 1, это троллинг, держи в руке, что... Мне кажется, он вообще не дает геймод 1. Да. А может, все просто должны взять блоки эти в руки, тогда может что-то получится. Так, ну что, у нас сегодня по 25 блоков, смотрите, какая у нас офигенная карта. Посмотрите, вот туда вот за стеклом, посмотрите, у нас вот такая будет... Да, столько нычек, просто жесть. Крутая карта с нычками, да? Нет, вы сказали, что карта будет другая, что на этой мы играть не будем. Я надеюсь, что это правда, что вы меня не обманули, потому что это выглядит ужасно. Погоди. Мы тебя не обманули, братан, это троллинг Аида в это Майнкрафте. Это выглядит цикл. Ужасно. Я такой Тарасер набирает и говорит, давай я запишу новый цикл троллинг Аида в Майнкрафте. А зачем, Костя, ты вначале-то это сказал? Мы должны в конце были это сказать. Нужно было в конце. Взял, спалил, блин, цепец. Нет, Тарасер, Аид, ты должен наиграть, что ты ничего не знаешь. Окей. Аид, сейчас мы покажем тебе крутую карту. Блин, ребята, что это за карта? Придется теперь вырезать начало, ну что такое? Почему? Что это с картой? Она вся каменная, ходила. Аид, это секрет. Специальная карта для тебя подготовлена, специально на заказ строилась я за миллион долларов. Я смогу на ней выиграть? Да? Ты, у тебя очень хороший шанс, ну, ты не сможешь спрятать никуда блоки, кроме этих дыр. Если так, то давайте попробуем. Правда, почему мы светимся? Вы нажали на старт, да? Я нажал на старт, и что начало происходить? Да, видимо, настрой. О-о-о! А мы должны сами выбрать из карты. А, подождите, здесь есть кнопка инфобаттон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько. Костя, мне кажется, тебе лучше снять голову, или ты будешь жестко палиться. Ой-ой-ой. Спасибо за игру на карте. Эта карта делалась всего 2 дня. Ужасный шрифт, читайте кто-нибудь другой. Я этот шрифт читать не буду. Так, хорошо. Сразу предупреждаю, Тарасер, давай запускай таймер уже. Уже все, запустил тогда. Не, погоди, дай что. Такого уж. Так ты сказал, запускай таймер. Построек мало, но на. Ладно, заново. Рендер дистанцию поставить нужно на 17. Давайте на мост, все на мосту. Кирки, достаньте. Раз, два, три. Все, теперь точно таймер пошел. Бегите и ищите. Че, это вся карта, что ли? Она какая-то очень маленькая. Не, Аид, я это скажу только так, ее маленькая я скажу часть. Так, я пролетел в гейммоде 3, здесь какие-то подвалы есть, что-то еще я не смотрел. А какого фига ты в гейммоде 3? А, да потому что, Аид, ты сказал, я не буду ты же играть. Сам, да, сказал, то, что нужно так просмотреть сказал, карту. Некрасивая карта, но я не имел в виду... Офигеть, она огромная, ё-моё! Я лучше буду бегать специально очень быстро, чтобы прятать блоки. Да, на самом деле я хотел другое сказать, но подумал, что я таким образом спалю очень сильно себя. Да, Тирасер, ну так ты не спалился, так ты красавчик. Да. Ну тут, в принципе, за картой не получится ставить блоки. Знаете, почему? Потому что на границах есть стекло, и оно прямо такое вверх. На самом стекле... Да, что ли? Знаете, почему Демастер уперся в это стекло, а? Не, я сразу скажу, давайте на стекле не будем ставить блоки, да, и... Да, Демастер, давай мы не будем выбегать за пределы карты с тобой. Да. Ну, я-то уже давно не выбегаю за пределы карты. Вот у меня есть один друг, который постоянно любит это делать. Да, у меня тоже есть это, такой друган. Тоже есть такой друг. Ну, тот друган, который так делал, он так уже давно не делает, между прочим. Ну, знаешь, может и сделать. Может. Я не спорю, знаешь, после прошлого раза, да? Как бы могу и сделать. Сознался, да, мастер. Кстати, знаешь, я только бежал здесь. Ой, тут блоки Тарасера, я понял, Тарасера. А я тоже видел блоки Тарасера. Я что-то не понял. А как это вы все поняли, а я не понял? Я понял, ну все выбежали, короче, да, по этому огромному шлюзу, да, туда вниз. Блин, просто теперь мы все знаем, где кто находится. А сколько минут осталось, скажите? Осталось 3 минуты и 20, 18 и 17 секунд. Скажи-ка, дядя... Сколько времени у нас, а? Тирасер,
ТРСР. Могу еще рассказать, если ты не запомнил. Давай. Осталось 3 минуты и 5 секунд. О, я нашел, спасибо, как выйти за границу мира. Инфа есть. А, демастер, видите, нашел, искал способы все это время. А это законный способ выйти за границу мира. Нет, не законный. Но мы же все равно договорились, то, что не будем прятать за границу мира. Ну там дальше невидимые блоки, которые тебя ограничат. Так что, думаю, это автор продуманная, короче, продуманная тема, забейте. Ничего себе. Ну ладно, я тогда тоже не буду выходить за границу мира. Так, я буду сейчас прятать блоки в другом месте. Что это значит? Как-то звучит так подозрительненько. И подозрительненько, да. Ой, как штуку забрать? Ох ты, ё-моё! Ох ты, ё-моё! Нормально. Чё вы там? Чё началось-то, мы не знаем, что у гостя началось, но у меня тут вполне неплохо всё. Ох ты, ё-моё! Так, здесь кому-то крест поставлен. Что? Реально? Он нашел мутанта, кажется. Террасер, ну зачем ты все время о таком начинаешь, а? Ну крестик здесь лежит. Думал, мы вот с утра запишем Майнкрафт, повеселимся, а? Но опять началось. Ну ладно, как бы, тогда я просто пойду и спрячу блоки. Крест. Спрячу крест. Ну это неожиданно было, на самом деле. Ты мастер, что такое? Я просто минуту выкинул только что своего времени. Я так забрался, ну боже мой, кто-нибудь убейте меня. Килл прописать? Нет, не надо. Нормально. Вначале, главное, прописал килл. Сейчас бы мог тоже быстренько это сделать, пока он не сказал не надо. Да, блин, я на самом деле очень сильно расстроен, ребят, очень сильно расстроен. Ну у вас там какие-то топовые места вы рассказывали, я не нашел такого топового места. Я прям побегать нужно по карте, Слава, поискать. Ё-моё, я тоже чуть не упал сейчас вниз. Максимально сильно расстроен, ребят, максимально сильно расстроен. Да я представляю, я сейчас поднялся на такую огромную гору, прям вообще на такую максимальную, прям высокую вершину, я не знаю. А что случилось? Подскользнулся? И в итоге я подскользнулся, да. Подскользнулся. Ну, бывает. Да, Тарасов, сколько осталось секунд? Секунд осталось 60 секунд. Что? 60 секунд? Я только половину блоков спрятал. Ну так я торопитесь. Да как так быстро? Террасер, ты нас, наверное, затроллить решил, да? Может, нет, осталось даже уже 50 секунд, может, даже уже меньше. Может, минутку накинем, ребят? Может, минутку? Не-не-не, мы так делать не будем. Зачем? Зачем? Время как бы дано всем абсолютно одинаково, и каждый распоряжается им, как он считает нужным. Ага, понятно. Так если понятно. Мы все на минутку накинем, то всем же минутку будет плюсом. Интересно, я честно делаю? Ну, надеюсь, дам. Что ты там делаешь, ага? Ну, по крайней мере, здесь блок демастера есть, так что все окей. Зачем шлюз закрыли? А, нам теперь отсюда не выбраться, что ли? А, я не знаю, там была кнопка, я просто нажал. Блин, ё-моё, что делать будем? Время открывается долго. По тактике. Ой-ой-ой, у меня так много блоков осталось, а времени 10 секунд, что же делать? Террасер, давай 30 секунд добавим хотя бы. 30 секунд, Террасер, пожалуйста, 30 секунд. Ну блин, ребят, зачем? Ну не хватает времени, Террасер, у меня еще куча сейчас кладку. Все, кладка делается. Окей, я сделал кладку, окей, хорошо. Блин, ну вы прикалываетесь, кладку, ну боже, ну ребят, на таком месте. Ах, не хотелось, но пришлось, ничего не поделаешь. Именно, ну, блин, так, именно так. 30 секунд хотя бы добавить, ну что ж вы такие-то они. Так, все, бежим тогда теперь в то место, где я мы с вами и начинали. Сделал. На мостик, все, я около... Да, мастер, что тут за блок стоит, а? Ты нас решил забайтить, что ли? Ну, короче, я понял, оставлю дофигища блоков. Ну, я говорю, 30 секунд бы накинули, я блок Аиды закрыл своими блоками. А я на мостике стою. Так. А как я его выкапывать буду? Не знаю. Так, все, окей, я здесь, ребята. Ну... Не, а как его террасер, например, выкапывать будет? Хотя, понятно, как. Ну, посмотрим, да, посмотрим. А как сейчас ты его поищем. Выкапывать будешь, а? Вот я выкапываю свои блоки и убегу. Так, ну что ж, ребята, начинаем? Да, раз, два, три. Раз, два, три, я сказал. И окей. Это значит, что там внизу теперь... какая-то чаровальня есть, нифига себе. Мы можем бежать. О, ты нашел секретное место. А как ты, а зачем ты прорубился сюда? Нельзя прорубаться. А потому что тут у нас кирка, знаешь, какая? А ты прорубаться же нельзя. Ну, а как, я что, виноват, что ли? Ага, там были блоки? Не знаю, давай посмотрим. Ты просто один раз делаешь удар, и у тебя кирка, она все раскапывает. Понял. Она слишком сильная. А тут... Нифига себе тут место! Жесть! А как сюда нужно было попасть? А я нашел, как нужно было попасть. А вы сейчас всю карту так раскопаете. Это, я тебе скажу, никто там не прятал блоки, поэтому ты там ничего не найдешь. Да, смысла было мало, но знаешь, местечко прикольное. Но я знал, как туда попасть, просто я подумал, что кто-нибудь так вот раскопает блоки и пойдет туда. А так там невидимая стена, через которую нужно пройти, потом покажу вам в конце видео. Нифига себе, конечно. Это всякие секретки, сейчас будем здесь искать тогда. Не, секретки это круто, вот что я могу сказать. Секретки это всегда здорово, просто офигенно. Особенно если в конце мы там находим кладку.
Да, кто-то вон, я вижу, копает, уже там копает. Кто что копает? Кто что копает? Может быть, другие кирки возьмем, а то они какие-то дикие, по-моему. Да ладно, нормальные кирочки, хорошие. Отличные, они слишком мощные. Отличные, ну, отличные, в рамках отличные. Разумного, понимаешь? Где же вы блоки-то прятали? Я вообще блоков рамки. Ваших нашел очень мало, вы моих понаходили уже дофига. Офигеть, я нашел это место, про которое... А что, здесь кто-нибудь интересно прятал из вас? То место, которое из окон было видно, я нашел это место с кучей дыр. Ничего себе, и что там найдешь? Да, кладку, ты его интересно? Нашел? Да, я нашел туда телепорт, если а, я место. Тоже нашел. Блин, как вы это находите вообще? Ну тут никто блоки, мне кажется, не прятал. Либо террасер мог прятать, смотри. Террасер мог, наверное, прятать, да. А вы вдвоем, что ли, ходите? Да. Нет. Террасер, если его кладку найдет, то, конечно, это жестко будет. Нет, здесь террасер. А почему, если террасер ее найдет? Ну я маленькую нашел кладку. У меня там кладка из 6 блоков была, из 7. Это жестко. Где вы еще могли бегать? Это конечно... Да, Тарасар, ты, мастер, Тарасар где... там был, Тарасар где там же был. Ты сделал? Прятал? Да, Тарасар там прятал. Я нашел здесь его блоки. Много про какое блоков? Место ты говоришь, Костя? Которое... Ну, где каменные дома? Не. Каменные дома, я не знаю, что за каменные дома. И что, он там много... Он там кладку, наверное, сделал. Да в каменных домах. Какие каменные дома? Вы о чем вообще? А, не, он по-другому сюда поднялся. Я просто нашел телепорт из каменных домов, и он сюда поднялся по-другому. Вот где он был-то, ё-моё. А-а-а. Блин, меня то есть просто... В каменных домах он не был? Да, в каменных домах блоки, не был, но как-то. Он здесь нашел другое место. Он просто на столб забирался. На столб? На какой столб? Жесть. Ну я уже забрал все его блоки, так что не можешь не париться. А, ты мастер. Слава, Аид, вот... Это ты молодец, конечно. А, здесь ты нашел? Такое просто место было. Вообще, как туда пройти было, вообще. Но ты удача. Нашел, серьезно? Удача была, да, чисто удача. Я туда пролетел за скоростью своей большой. Блин, а вот... это ты впереди я меня бежишь, да? В конце была кладка. Что говоришь? Это впереди меня бежишь, да, с блоком Тарасера? Блин, обидно. Мне на самом деле понравилось. Уже здесь, да, а вот нет. Нифига. Очень-очень классное место. Грин Мастер, выкопал я все блоки. Да, выкопал, Дэм. Ну, не все блоки, но этот не успел. С того места выкопал. Там один блок Тарасера был. Не, я знаешь, я на этом столбе нашел 5 его блоков. Че, реально? Вот это интересно, да. Найдете ли вы мою реально, кладку? 5 блоков нашел? Реально, 5 блоков нашел, да. Да я не могу. На каком-то меня... столбе 5 блоков, да не может быть такого. Да, Тарасер. Это, ну, на этом, это на деревянном, да, обман. У него было очень много там. А, видимо, он где-то сзади оставил, просто я не нашел. А возможно, вы про другой столб говорите. И же есть много столбов. Вы про дерево, что ли, такое? Да, про... ну как вот про этот деревянный. А, блин, я вообще не могу знаю, найти ваши блоки, ребята, не я знаю. Я очень мало нашел, хз. Мне кажется, такое. У меня будет столб, не знаю, там 3 блока и все. Да не, мне кажется, я проиграю. Вот так часто бывает, просто я заметил в наших столбах, что мне удается найти сразу же Славину кладку. Да, удается тебе найти, конечно. Ты сам сказал, что забежал туда рандомно, чисто на рандоме. Ну это рандомно, потому что скорость была такая большая, я бежал вперед и как-то прорвался сквозь какие-то невидимые или, не знаю, непонятные стены. Да, вот вообще, зачем ты это сделал, скажи а мне? А кто сейчас в доме красным пробежал? Я. О, Слава, ты буквально 3 секунды, наверное, тебя отделяло от Костиной кладки. Да, серьезно? Тут была его кладка? Да. Жесть, а я ну как ему... так? Тарасер нашел и мою укладку, и твою укладку, понятно. Что-то, ну, по-моему, победа сегодня достанется мне. У меня всего... Походу. Я вообще, вы знаете, сколько у меня блоков, это капец. Да, как я давно не побеждал. Как? Ох, как же я... Ну реально, как давно я не побеждал? Именно вот в тройке. В тройке. В двойке я побеждал. Майнкрафт свернулся какого-то фига. Все, нормально. Бывает. Просто, наверное, ты понял, что победа тебе не светит. Чё? Ты что-то в себя поверил, да? Да. Но я уверен, что моих блоков все равно меньше всего найдут, как обычно. А кстати, здесь несколько... А, все, время кончилось, блин. Нифига себе. Уже? Здесь несколько таких мест, в которых можно сквозь текстуры проходить, оказывается. Да? Карта слишком большая, для 5 минут вообще огромная. Ну, время вышло, я готов побеждать. Да? Ё-моё, какой же он просто, посмотреть на него. Да, давайте будем делать столбы на улице, там специальные есть как бы места такие, куда ставить блоки. Слишком надо. Большой получится, да? Да, мне просто здесь в этом домике вообще не хватит места. А, это закрывающаяся дверь, что ли? Ничего себе. Да, я пробил ее, я не стал этого ждать, не надо было ждать. Если я в тот раз ее не ждал, если бы Слава ее не закрыл, я тогда бы не ставил бы эту кладку, не делал бы в таком месте открытом. Но я сам нашел эту кнопку, думаю, о, кнопка нажал. Так, ну что, давайте убиваем молоко. Хочешь покажу, где была моя кладка? Где была? Пойдем, смотри, пойдем за мной. Я уже убил молоко. Я тебе покажу. Вот я не знаю, если бы террасер туда не забежал, что он вообще тут делал? Тут не было уже никаких блоков, смотри. Просто вот, у меня тут было много блоков. А вот Слава зашел, в смысле, Костя зашел внутрь.
Ты знал, что ли, Костя, что здесь можно пройти? Я же показал. А. Да не, мне Ид показал, да и я вот такое место нашел еще давно. Ну ладно, неважно, давайте строить столбы. Я буду строить вот здесь, смотрите. Так. Я вот здесь вот. А я тогда посерединочке. Ну давайте, раз, два, три, четыре. Ну у меня мало блоков, мало. О, нифига себе, он все еще строит. Ну у меня нормально. Еще много блоков, на самом деле. О, Ид, у тебя на один блок больше, чем у меня. Не, смотри, у меня есть еще два. Окей, еще окей, два, у меня окей. Было еще два, но... Это все, ты посмотри на Террасера, посмотри на него. Откуда он большая. Нашел? Ладно, куча. Меньше всего блоков Террасера нашли. Мне кажется, он где-то кладку сделал. Не, моих тоже мало. Не, а у Террасера прям все мало. Смотри, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ну 14. Ну что, хотите нашли. Покажу, где мои блоки? Давай, Террасер. Так, я включаю геймод 1. Первым я делом геймод 3 лечу за тобой. Нам необходимо вот сюда вот подойти и нажать на одну из этих кнопок. Ты на эти кнопки тыкал? Ты что, вообще безумный? Ну я подумал, почему бы и нет. Так, потом отсюда я... А, нет, вначале, короче, вниз надо было спуститься. Вот здесь у Демастера была кладка. Три вот блока здесь. Твоих наверху. Смотрите, у Демастера вот тут была кладка, небольшая, совсем маленькая, я тут тоже решил спрятать, что? Это уже под конец было. И почему я сюда не пошел? Нифига себе! Почему? Да, это было под конец. Посмотри, у Террасера на этой каменной горе очень много блоков. Да. Потом вот здесь, еще рядом с Демастерова блоками, кстати, а я совсем забыл, что кнопки? Они тут были. Нет, не тыкал на эти кнопки. Вон, ребят, я снизу, смотрите, вот тут еще. Да, смотрю. Ага, это еще... Ну тут немного, да. Да, тут мало. Потом, блин, почему я по этой горе вообще не лазил? А о, вот жесть! Костя за стеклом спрятал. Да. Нифига себе. Здесь просто туннель такой есть и все. А я не видел этого места. Так, ладно, сейчас надо выйти. Ну да, потом... это задумано автором. Потом вот здесь, на деревянной штуке. Ну, кажется, здесь вы уже все забрали. Полетели за мной, покажу вам прикольное место, вам понравится, наверное, полетели за мной. Нифига, а можно было и сюда, что ли, залезть? А, вот тут вы еще не взяли мои блоки. Во, смотрите, на самом верху. А как на самом верх поднялся, На сам верх через... А он ТП же через телепорт. Да, через телепорт, который мы там поражали. Не туда. Вот здесь, вот смотрите. А, вот, на самом верх здесь еще. Вот офигеть. Один блок мой, тут два блока. Хорошо, ладно, погнали, я вам покажу, где еще было одно офигенное место, которое у Славы просто прокопался. Вот смотрите, здесь, в общем-то, вот тут, вот, где это место, где, вот здесь. Да вот оно. Вот, ага. Смотрите, эти блоки, а эти вот три снизу отличаются от других. А, ну да. У них как будто тени там нет просто. Тени нет. А-а-а. О, реально здесь какой-то проход, прикольно, это подземелье какое-то, лаборатория. Да. Ну я такие... ее водой, да, залил? Да, ты водой, здесь никто ничего не прятал. Они танцуют. А ты в конце его нашел или когда? А я его нашел... Ну смотри, я его увидел, когда еще в геймоде 3 пролетел в самом начале, но я не знал, как сюда попасть. А когда уже бегал, я увидел эти блоки, тогда подумал... А я вот на горах прятал, у меня есть блоки, вы их не нашли даже. Ну, очень, на самом деле, мне повезло то, что ваши кладки оказались в том месте, куда я шел. А сколько там блоков было в этом доме? Дэм, ты сколько блоков спрятал? По-моему, блоков 8. Не, 6. Капец, 6, если бы я их нашел, я бы выиграл, потому что... Да? Ну, я на 3 секунды опоздал. Но если бы я нашел кладку Террасера, у меня тоже были бы шансы, но хотя нет, наверное. Я, главное, такой, только собрал эти блоки, разворачиваюсь, иду в обратку, и вдруг Слава пробегает. Да, это обидно вышло. Да, ну что ж, сегодня у нас победил Террасер, Террасер красавчик. Поздравляю тебя, Террасер. Я вообще собрал 6 блоков, так что ничего страшного. Да. Но мы хорошо сыграли в любом случае. Да, можете посмотреть на мою офигенную голову, видели, Террасер? Где? Ой, ё-моё, у тебя как камера, или ты как циклоп сейчас? Да, можете поставить ваши лукасы. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, обязательно подписывайтесь на наши каналы. Все, на этом были Аид де Мастер и Террасер. Всем удачи, всем пока-пока. И всем пока, ребята. И, ребят, да, всем пока.